Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Сегодня 25 ноября 2018 года. Я нахожусь на пересечении улиц Гоголя и Краснодарской. И сейчас пройду по Гоголя. Конечной моей целью сегодня является банк Первомайский, где я сниму небольшой сюжетец. Ну, пойдем. Давно я вот не гулял в таком формате, чтобы идти и снимать, и еще о чем-то говорить. Вообще, конечно, прямая трансляция, она имеет ряд преимуществ. То есть сначала снимаешь, и одновременно у тебя все это идет сразу на YouTube, и ролик потом записывается там автоматически и сохраняется уже в качестве обыкновенного видео. Прямая трансляция — это все-таки живой разговор, и когда идешь и общаешься со своими подписчиками, зрителями, это всегда очень вдохновляет, направляет как-то, направляет на какую-то тему. А когда идешь и просто снимаешь, сам себе хозяин, никто тебе ничего не подсказывает, поэтому немножечко сложнее в этом плане. Вот такая осень в Анапе. Ну, кое-где уже, конечно, зима в России, но у нас еще осень. И можно, наверное, назвать уже такой поздней осенью, потому что уже и снежок немножечко падал. Но, тем не менее, были и теплые дни. Вчера, допустим, теплый день был. Сегодня опять зябко. 3 градуса показывает у нас интернет. О, какой колоритный идет человек мне навстречу. Сейчас вы его рассмотрите тоже. Ветерок немножечко так дует, прохладный. Добрый день, слава Кубани. Ты что это? А это снимаю, вот иду, видите, вот. Ну. И снимаю. Ладно, всего доброго. Это наш казак. Председатель Совета стариков нашего Варваровского хуторского казачьего общества. События в казачестве сейчас от меня немножко отдалились, потому что я не веду такую активную работу в штабе районного казачьего общества. Вот. Теперь я обыкновенный рядовой казак Варваровского куреня. И теперь только выполняю какие-то поручения и участвую в мероприятиях, поручения атамана, и участвую в мероприятиях хуторского общества. Вот нет-нет, да мелькнет среди вот этой серости какой-нибудь яркий цветок, вот как эта роза. Вот она практически одна. Но тем не менее приятно, что розы еще цветут. Они будут еще сохраняться долго-долго. Вот в прошлом
году я наблюдал за одной розой на улице Крымской. Она простояла до Нового года, и после Нового года, и в январе только вот опала. Вот какие красивые ели. Вот так даже можно взять. Не знаю, насколько хорошо и ярко все видно. Надеюсь, все будет хорошо, потому что когда потом смотришь на мониторе, все гораздо выглядит ярче. Так вот, о событиях, последних событиях в анапском казачестве. Конечно же, грядет событие, крупное событие. 27 ноября в Москве состоится всероссийский круг, где будет учреждено всероссийское казачье общество, будет выбран верховный атаман. Я не знаю, кто это будет. Возможно, это будет... Возможно, это будет Водолацкий. Водолацкий, хотя я не уверен, потому что он не является... Хотя нет, он, наверное, в реестровом состоит, но я не уверен, вот тоже. Дело в том, что вот совсем недавно состоялся круг... Состоялся круг, вот дерево, не дерево, тоже домик какой, такой красивый, симпатичный. Круг СКВРЗ, так. Ну вот, закончился у меня заряд на стабилизаторе, камера у меня упала, и сейчас вот последние кадры, и все. Как говорится, больше кино не будет, сейчас я дойду вот до конца этого тротуара, до скамейки уложу. Стабилизатор, футляр, и на этом съемку прекращу. Ну, бывает такое, не рассчитал. Все, пошел на посадку.